будет возможность, как мы уже говорили, в личной беседе задать любые вопросы, которые вас интересуют, так что на протяжении всего сегодняшнего дня вы можете это сделать. Прежде чем мы объявим небольшую паузу, я хочу вам рассказать о том, что после обеда вас ждут в наших залах сессии. Обратите внимание, что вход в эти залы расположен за вашими спинами. Есть таблички зала номер один и зала номер два. Пару слов о том, что будет происходить там, чтобы вы понимали, куда вам, какой зал интереснее было бы сегодня попасть и оказаться. Первый зал, наверное, будет интересен тем, кто занимается развитием бизнеса. В зале номер один сессии начнутся с доклада представителя корейского офиса Samsung, который расскажет про поддержку Tizen со стороны популярного инструмента для разработки игр Unity 3D. После кофе-брейка в зале номер один будет выступать основатель компании RollUp Владимир Павлов. Если кто-то не знает, то напомню, что компания RollUp — это пример успешного международного стартапа со штаб-квартирой в Кремниевой долине, с офисом разработки, который находится в Украине. И для Tizen RollUp сделал 50 облачных приложений, и, собственно, об этом уникальном опыте расскажет Владимир Павлов, как я уже сказал, и технический директор Дмитрий Маленко. Еще раз напомню, это зал номер один. Он, как вы, если смотреть в сторону, то есть будет левее от вас. В зале номер два, наверное, всем программистам будет интересно посетить зал номер два, пройдут практические занятия для разработчиков, где вы сможете получить первый опыт программирования для платформы Tizen. Так что выбирайте этот зал, где вам будет более интересно провести время. Также напомню, дорогие друзья, что все наши спикеры вместе с вами будут на нашем ланче, так что любые вопросы можете во время его задавать. Спасибо большое, это первая часть подходит к концу. Мы желаем вам хорошего настроения, соответственно, приятного аппетита и полезного общения в этом чате. Спасибо большое, до скорой встречи.